Сашка. Блядь, ты спортсмен, не понимаешь. Тестирует сегодня свой мотор новый. Пошел бензин, да? Нет, наверх ногами оказался этот. А, груша? Да. Я не знаю, почему значок. Сначала в правильную сторону качает обратно. А теперь в бензине трубка. Да? Так, соснул, потом начал качать. Ничего себе. Что-то ребята там между шутками не посмотрели. Масло еще, возьми чистого масла. Тряпочки есть? А, да, зажигалкой уже никак не получится. Сейчас. Возьми масло, знаешь. Капельку капни. На саму вот эту, на кончик, на вот этот вот. Тебе легче будет трубку туда насадить. Мы уже макали. Макали? Ну там она в бензине. Подержи. Когда за дело берется опытный моторист, сразу все получается. Раз. Подвытащи. Так. Так вон масло-то достал. Так уже макнули? Макнули, да, уже. Дело в том, что, а знаешь, как они насаживали? Они грели, да, а здесь знаю. Бензин уже может рвануть нахрен. Рвануть, не рванет. Загорится просто. Загорится, конечно. Пары бензина. Вот теперь, Саня, толкай. Ты дальше. Жмешь 300 килограмм от груди, да, давай. Давай. Я жму, я тяну, это разные вещи. Ну вот, как Брюс Ли. Видишь, пошло уже, давай, со всей дури. А, шлем. Вот, сейчас пошел. Там, раз. Там балаклава. Тряпка. Балаклава, да, я не, это... А, вы же тоже катаетесь? Да. А, да и еще и шлем, берите шлем. И перчатки вон там. А перчатки тоже, да? Обязательно, да. Руки отвалятся вообще. Там холодно.